сейчас о хорошем. Ой, о хорошем, о добром. Ой, ребята. Вот. Знаете, как обидно? Обидно страшно. Знакомить с человеком, который на том свете. Как обидно, как? Вот. До конца не познаны, до конца не признаны. Сейчас. Я вот так сделаю, вот так, смотрите. Почему? Потому что мы были друзьями. Полное, стопроцентное совмещение наших знаний, опыта и наблюдений. Сейчас увидите. А это очень важно. Знаете, как страшно быть одному? Второй Латинков на том свете. Знаете, как мне трудно было в то время? А? Я пойду налью свежего чая. Обратите внимание, инженер. Так, друзья, сейчас вы узнаете. Как-то мало, но хорошо, что мы есть. Итак, это из справочника Юрий Михайлович Чугуев, кандидат технических наук, по профессии инженер-энергетик, по призванию садовод-селекционер 1974 года. То есть на 10 лет раньше не начал, но, сами понимаете, его уже нет в живых. Накопленные знания дают любимому делу, внедрению в Смоленской области редких новых видов плодовых растений, абрикоса, персика, грецкого ореха, шелковица. Вы видели, что это вся редкость-то? Разрабатывает технологии приема выращивания уникальных растений и дает рекомендации по их применению садоводам и любителям черноземной зоны России. Сейчас вы увидите, вот этих бы заставить, вот так вот специально посмотреть этих, опустить все мрязевки. Дело в том, что Юрий Михайлович в то время пользовался большим авторитетом, чем я. Меня пригласили на международную конференцию. Двое ученых, один из них Дускобила. Вот он звонит: Константинович, передай привет Юрию Чугуеву. А я говорю: а кто это такой? Это было лет 12 назад. Вот. Ну, потом посмотрел справочник, ого, ничего себе, фермер. Председатель КФХ, и я председатель КФХ, и он, то есть мы фермеры. Это роднит, ладно. Вот, думаю, в Москве передам, но встретиться не удалось. И вот смотрите, отсюда читаем внимательно. Мы с Юрием Чугуевым в своей деятельности, это часть статьи, пришли к концу жизни к одинаковым выводам. Это при том, что живем в абсолютно разных климатических зонах. Смоленская область, Красноярский край. Оглашая часть, поймите, насколько это важно. Это меня в какой-то степени не возвеличивает, а хотя бы не дает, вот так, как вы видели это письмо, унизить, не дает опустить ниже плинтуса. Юрий, видите, Михайлович, здравствуйте, Валерий Константинович, я полностью с вами согласен. На одной конференции я высказал следующее. Если хочешь добраться до источника, то нужно научиться плыть против течения. Вот так. Которое почему-то все подхватили и считают, что девиз северного виноградства и садоводства, и считают за девиз плыть против течения. Я, внимание, это он пишет. Я продолжаю изучать вашу последнюю книгу, и мы совпадаем практически на все 100%. Вы поняли, что я выше говорил? Это не только я. Есть некоторые нюансы, которые постепенно уточняются. Но они идут как дополнение к нашим идеям. Вот смотрите, как он написал. Вы думаете, я стал, кто главнее, кто раньше это, кто круче. Нашим, вот я подчеркиваю, нашим. Знаете, как важно быть не одному? Второй-то Латинков, которым у нас все одинаково. В могиле, главное, в нашей зоне, в начале вегетации не хватает тепла и кислорода. Если эти недостатки устранить, то наш климат является идеальным для винограда и плодовых культур. Железов пишет. Благодаря нашему другу Николаю Ивановичу Курдюму я хорошо знаком с вашим без привлечения творчеством. Да, мы действительно в одной лодке, которая плывет не совсем туда, куда традиционное садоводство. И я благодарю небо, что у меня такие авторитетные единомышленники, как вы и Н.И. С уважением, Сибирь, Садов, Железов. Дальше.
Юрий Михайлович, даже беглое знакомство с книгой и вашей работой показало совпадение на 90% наших взглядов о возможности устойчивого выращивания плодовых и ягодных культур в суровых климатических условиях. А некоторые решения вывода совпадают на 100%, что очень похвально. Потому что они получены в разных регионах. Помните, вначале было кто? Вот, Сахалин. Так. И их совпадение подтверждает о верности направления, достоверности результата, правильном подходе. Это дает еще больше уверенности в успехе. Чугуев. Вот. Ну, все, пожалуй. Мои последние слова. Мы практики. Вот так вот. Теперь, как это бы... Наберите, пожалуйста, как я набрал, чтобы вот это у меня, вот эта часть. Потом переписка, уникальная переписка. Вот. Как она мне помогла, боженьки ты мой. Вот. Что мы, инженеры, чего-то можем, чего-то знаем, чего-то умеем. Да? Юрий Владимирович, брат мой, закончил сельхозвуз по направлению механик, электрик. Сельхозвуз. Вот. Господи, как бы этих девчонок бы на свою сторону перетянуть. И столько вреда от них. Ну почему Чугуев, который это самое, кандидат, ну технических наук. Ну за что взять-то? А? Вот было. А вот интересно, у нас все совпадает, да? Все начинается с посадки саженцев. Я сейчас не буду говорить, где мы сходимся. Везде сходимся. Разные регионы страны. А если бы вас, вот те, которые это самое, так расправили жестоко со мной, моим братом, моим сыном. Вот. Озверели от того, что мы решили, что мы совершили ошибку, заставляя отрезать в нижней скелетной ветке. Озверели от этого. Что бы вы с Чугуевым бы сделали? А он был авторитетнее меня. Тоже бы это с землей смешали. Ну ладно, это мне все говорит этот самый, как сказать-то. Обида. Не извинили же. Вот и самое страшное, не переучились. До сих пор у вас все тоже. Я еще покажу.